Две недели отпуска пролетели незаметно, и я вновь с вами. Всем здравствуйте. Приезжаю, а тут меня встречает теплая солнечная погода, желтеющие рапсовые поля, и все-таки что ни говорите, в гостях хорошо, а у нас в деревеньках лучше и интереснее. Заготавливаем корма вместе с деревенькой. Пришлось бы пилить поздняка, чтобы узнать, сколько в нем колец. Определить возраст растений, технично высадить молодые деревца, узнать на слух поющую птицу. Могут кличевские школьники. Девушки должны быть красивыми. Да, некрасивых девушек не бывает. О последних тенденциях в мире моды расскажут кировские красавицы. Еще несколько лет назад пресс-подборщик «Торнадо» казался нашим хозяйством едва ли не гостем из далекого аграрного будущего. Теперь же такая техника ежегодно бороздит поля каждого из районов области. Даже недавний дождь ей не помеха. За один день пресс-подборщик «Торнадо» может собрать до 210 вот таких рулонов, каждый весом 650-700 килограммов. С тех пор, как «Торнадо» появился в Кличевском районе, на него практически выстраивается очередь. Ведь в каждом хозяйстве хотят таких же хороших привесов и надоев, как здесь, в Ольсе. Упаковка свежих трав в пленку позволяет сохранить их свежесть и качество. Корм по насыщенности белками почти как рацион бодибилдеров. На этом поле мы клевер с фистулолеумом заворачиваем. И здесь получается в килограмме сухого вещества, по памяти, где-то около 150 грамм белка, перевариваю протеина. Ну, а это позволяет уменьшить дачу концентратов. И практически на одном этом корме добиваться хороших результатов. Коровы, по словам Игоря Михайловича, такой корм уважают, выражая свою реакцию в отличном молоке. За прошлый год телята до 6 и до 12 месяцев привесы были на уровне 750 грамм. Это хорошо? Это хорошо. Это технологический привес. Чтобы с такими привесами мы можем вырастить продуктивную, высокопродуктивную корову, которая способна давать до 8000 литров молока. Успех этого кормозаготовительного предприятия в синхронности. Как только позволяет погода, на поле выпускают сразу несколько агрегатов. Косилку, ворошилку, естественно, торнадо. За готовый продукт на поле Ольса отвечает тракторист Павел Кунцевич. Вы в хорошем настроении, на работу с радостью идете? Конечно, с радостью. На новой технике можно всегда работать. У нас одновременно работают коса, грабли и я на прессе. Но пресс нужен, чтобы трава была подвяленная уже. Сразу за косой не подбираем. То есть сутки даем полежать траве, чтобы она провялилась. У вас как синхронное плавание, все вместе. Совершенно верно. Секрет таких пакетированных кормов во влажности – 65-70% норма, которая улетучивалась при заготовке по старинке в силосные ямы. А еще такая технология сократила объем концентратов в рационе, а значит, сэкономила деньги. Так что все по-хозяйски. Один раз потратились, теперь вот пожинаем плоды. Деревеньки так. Будешь трудиться, будет и результат. А потому Антонина Прудникова из Присна ни дня не теряет. Сегодня вот решила высадить рассаду арбузов. Урожай каждый раз отменный. Только секреты надо знать. Вовремя плети прищипнуть. На каждом растении завязывается 3-4 арбуза. Если больше, то они не развиваются. Поэтому нужно как бы макушки прищипнуть, чтобы эти росли и чтобы больше не завязывались. Но оказывается, и это еще не все. Для того, чтобы арбузы были как бы сладкие и не трескались, их нужно за 2 недели до сбора урожая не поливать. Ну вот, малыши заняли свои места. Ну, как говорят, пусть растут здоровенькими и сочными. А вот эти томаты уже хоть куда. Посмотрите, те, что правее, как бушуют, выращены на теплой грядке. Вы знаете, мы в этот парник ставим еще один парничок маленький. Я вам покажу, он стоит там.
как бы теплица у нас, теплица в теплице. Это называется теплая грядка. Вот мы здесь ложим много навоза, потом сверху земли, и оно, навоз подогревает снизу, да, а сверху вот двойная пленка, и они здесь бушуют, конечно, они очень хорошо растут. Такие томатики дают ранний урожай. Вот он, тот самый каркас теплой грядки, который мы ставим в парники. У нас таких два парника. Мы боком, дверь широкая, боком вносим. Сначала сажаем помидоры, наверх ставим каркас, накрываем еще внутри его пленкой. Вот, и получается двойная пленка. И плюс еще, если бывают большие заморозки, то мы еще чем-то укрываем сверху. Ну и здесь рассада бушует, конечно. Мы сюда как бы стараемся всю рассаду высаживать, а потом уже рассаживаем по парникам. В деревеньке без сметливости не обойтись, а у Антонины все продумано. И на сад-огород хватает времени, и на ландшафтный дизайн. Одним словом, молодец. Желаем ей, да и всем вам, хорошего урожая. Сельские хозяйства области активно заготавливают зеленые корма. Скосить успели более четверти от всех площадей. Да вот первым укосом аграрии недовольны. Урожай трав пока не так хорош, как хотелось бы. Всему виной сухая осень, практически бесснежная зима и малодождливая весна. Потому сейчас аграрии надеются на обильные дожди. На Могилевщине выберут лучшую агроусадьбу. Конкурс пройдет по 5 номинациям. Лучший старт, этнокомплекс, белорусская традиционная кухня, экоусадьба года, стиль и гармония. Члены жюри объедут лучшие сельские усадьбы и по результатам этого вояжа определят в каждой из номинаций лучшего участника. Победители получат призы, дипломы, а также почетное право представлять Могилевскую область на республиканском конкурсе. Заявки принимаются до 30 августа включительно. Ну что, Сережа мерную линию тогда берет, Дима дальномер. Истинно высотомер возьмет? Да, да. Ну а там поднимемся. Эти ребята в зеленом – лучшие юные лесники Могилевщины. На недавней областной олимпиаде по премудростям лесного хозяйства именно они, школьники из Кличева, обошли коллег из других районов. Именно они смогли на слух понять, какая птица поет, определить возраст растений и технично высадить молодые деревца. Когда мы уже заняли первое место, это просто, во-первых, все были шокированы, и было очень-очень приятно. Это круто, по-моему, вообще. Мне нравится. Но расслабляться у юных лесников времени нет. Пока их одноклассники загорают на берегу Ольсы, наши герои вместе с кличевскими лесниками готовятся к олимпиаде республиканской, а это уже совсем другие требования. Будем вспоминать. Как правильно померить диаметр дерева, да? Кто помнит? Я. Кто расскажет? Держите. Она должна быть идти параллельно земле и перпендикулярно дереву. И обязательно ровно. Ровно. Да. Так. Один раз мерить нельзя. Нам нужно как минимум несколько раз все круглое дерево это обмерить. Диаметр этого дерева 28. Чего? Сантиметров. И что это значит? Сколько ему лет? Возраст дерева определяют, ну, хвойных пород по мутовкам. А что такое мутовка? А мутовка – это точка, из которой выходят ветки. У сосны нижние мутовки отмирают. Хорошо их видно сверху. Сухие ветки. То есть вот ближайшая мутовка у нас вон там? Видимо. А остальные вот. Они просто со временем отваливаются сухие. А еще мерной вилкой можно мерить людей. Сейчас мы это сделаем. Кристина, how much? Так. Поздняк у нас целых 28 сантиметров в диаметре. Худой. Ну, практически как наше как первое дерево. Ну, тройняшка. А вот если бы не этот инструмент, пришлось бы пилить поздняка, чтобы узнать, сколько в нем колец. А как давно ты стал лесником? Ну, примерно месяца три назад начал заниматься этим. То есть ты новобранец? Ну, относительно недавно. А что интересного? Деревья-то, по сути, все одинаковые. Ну, они не все одинаковые там. Ну, у каждого дерева свои свойства. Твое любимое дерево какое? Береза, допустим. Сейчас мы измерим ее высоту, этого дерева. Ну, так, если на глаз, примерно сколько она? Примерно 30 будет. Ну вот давай ты отсчитаешь 10 шагов, и мы проверим, да, насколько точен твой глаз.
Чтобы определить высоту дерева, и это тоже, кстати, олимпиадное задание, леснику нужно отойти на положенные 10 шагов, найти крайнюю верхнюю, крайнюю нижнюю точку дерева и провести электронную прямую. Ну, примерно получилось. Высота этого дерева 31. Глаз не подвел. Да и как иначе, ведь все ребята местные бегают в эти леса ежедневно, а теперь вот с пользой. Мы познали, какой труд вырастить ту же самую сосну, вот эту крепкую, которая, ну, потом опускается на доски, вот это вот все. Кто был в Кличевском районе, знает, таких красот не сыскать нигде. Места заповедные и настоящие. Неудивительно, что эти современные да нельзя дети с таким интересом возвращаются к тому, что объединяет их с этой землей. Да и здесь все книжные истины выглядят куда более живыми. И самый скучный урок вдруг превращается в захватывающее путешествие. В школе кажется, что ботаника – это какой-то скучный предмет и слишком сложный. И седьмой класс всегда казался там каким-то слишком замудренным, слишком много всяких каких-то непонятных цветочков. А когда ты приезжаешь в лес, это все видишь, и видишь, как это растет, как это красиво, и как это огромно, и как это вообще круто. Мы увидели целую популяцию диких кабанов, перебегали дорогу. 4 больших кабана и поросяток 10 маленьких было вместе с ней. Дети просто первый раз в жизни увидели такую картину вот в природе, а не то, что со слов кого-то из чьих-то рассказов. Близость к природе и принятие себя как ее части, пожалуй, главное открытие каждого такого урока. Ведь те, кто своими руками высаживает деревца, знает, как хрупка и важна каждая маленькая жизнь. Июня всем рекомендую быть осторожными и без надобности в лес не отправляться. Ну а если уж пришлось отправиться на лесную прогулку, то смотрите под ноги. Ведь этот день в народе считается змеиным. Змеи собирались вместе и поездом отправлялись на змеиную свадьбу. А вот 15 июня отмечали праздник зеленого вьюна. Сперва поселяне собирались за околицей, а потом ходили по деревне и пели песни, прославляющие молодых, которые сочетались браком в этом году. Дома непременно украшали ветками березы, ну а на стол ставили свежеиспеченный каравай. Студия стиля и моды «Гламур» репетирует главный показ, который подтвердит новое звание – образцовый коллектив. Гардеробная и гримерная. Здесь прически, макияж, детали образов создаются прямо на глазах. Что ж, девочки всегда любят наряжаться, а мода, кажется, превратилась в наше время во всеобщее увлечение. Девушки должны быть красивыми. Да, некрасивых девушек не бывает. Коллекции в «Гламуре» шьют сами, но более того, сами делают и стильную обувь. Тут учат девочек, как из старых башмаков сделать гламурную пару. Вот это вот вся демонстрация. Были обычные белые высокие кеды. Теперь это стали такие вот стильные сапожки для новой нашей коллекции. Дорого это? Чего это стоит? Это стоит, наверное, затрат наших творческих, вот таких вот эмоциональных, потому что мы каждое делаем с душой. Вообще гламур значит шарм, очарование, обаяние. Акцент на роскошь и внешний блеск в гламурном мировоззрении в Кировске пропускают, а основное внимание на стиль и творческие идеи. Гламур – это когда ты находишь что-то свое, что-то новое, интересное, чтобы развиваться и, ну, узнать свой стиль, найти что-то свое. Мне нравится, потому что все красивое, потому что все модное, такое зажигательное вообще. В чем твой стиль? Ну, это, конечно, рваные джинсы, какие-то свободные легкие майки, то, что и сейчас любит вся молодежь. Померим? Да. Любишь джинсы? Да, очень люблю. Еще в недавнее советское время быть стильными не было просто.
Какой там гламур? Пустые магазинные полки не располагали к поискам стиля. Покупка джинсов по блату – мечта модницы. Женщины умудрялись, конечно, следить за тенденциями по журналам и что-то шить. Но теперь с одеждой проблем нет. Для того, чтобы в повседневности одеться модно и удобно, подростку достаточно одеть джинсы, кеды и майку. Но и тогда, и сейчас ценится стиль и умение себя подать. Сказочное платье для стильных принцесс, несомненно, украсили центр Кировска. Но вот коллекция «Хит» студии «Гламур» больше связана с современностью. Это новый взгляд на школьную форму. 13. Девочкам в студии напоминают, длинным ногам и красивому лицу обязательно нужны мозги, знания, здоровье и общение с людьми. Студия «Гламур» много выезжает на показы на село, в агрогородки и деревеньки. Девочки выступают в сельских клубах, и публика их принимает хорошо. На ура, потому что они видят еще как таковое. А наши девочки такие ухоженные, красивые, легкие. Они просто вот создают такой эмоциональный фон, положительный для всей деревни, вот для маленьких этих местечек. Мне кажется, нас очень ждут в таких местах. Да, несомненно, и в районном центре есть место гламуру. Почему нет? И кировские девочки, красавицы и умницы делают все возможное, чтобы стильно шагать в мир моды. Ведь многие топ-модели и дизайнеры родились не среди небоскребов, а в маленьких городах и деревеньках. Ну а если нет, то моду и стиль оценят в любом месте. В чем залог модного лета? В смелости, яркости, в какой-то легкой дерзости, я бы сказала, и реализация. То есть нам сейчас нужно учиться уметь перекраивать, перестраивать, перешивать, одевать на себя и идти на улицу. Привет из Кировска! Вы знаете, она повсюду. Красивые девушки в нашем предыдущем сюжете, красивые цветы, что цветут вокруг меня, красивые облака, что плывут по небу. Любите эту красоту и замечайте ее. Ведь не зря сказал Альберт Камю, что красота – это вечность, тлящиеся мгновения.